Добрый вечер. Передача называется «Линия жизни». Наверное, и в заставке очень красиво появляется рука, да, и на руке разные линии. Я не знаю, как кто из вас, я вообще в хиромантию очень верю. Но судя по тому, что у меня достаточно она длинная, мне всего 37 лет, то, наверное, я еще где-то, хочется надеяться, даже половинку не прошел этой жизни. Во многом была судьба. Сзади меня, вот видите, на картинках старый зал Большого театра. Старого Большого театра, который на сегодняшний день исчез, его больше не существует. К сожалению, все, что мы с вами увидим, куда мы войдем, это все уже новодел. В моей жизни была действительно вот мечта, желание прорваться туда. Вот этот зал, который я увидел с этой открытой сценой, с золотым занавесом, который распахнулся, я увидел, что там вообще бездонное пространство, он, с одной стороны, улучшил мою жизнь, с другой стороны, конечно, погубил, потому что отправил меня на совершенно страшную дорогу, на каторгу, как Фаина Георгиевна Раневская говорила, каторга в цветах. Это действительно все в цветах, все прекрасно, и на сцене цветы, и в жизни часто дарят цветы, но это каторга. И я никогда не думал, что я стану артистом балета, так сложились обстоятельства, так опять-таки выстроилась жизнь. Вы знаете, в моей семье, там, где я родился, никто не мог никогда представить, что я действительно затанцую. Я родился достаточно поздно у мамы, маме было уже 43-й год шел, и, к сожалению, своей бабушки я не застал, ее уже не было в живых, и потому мама пригласила хорошую знакомую семьи, няней, чтобы она ей помогала, потому что маме надо было работать, надо было зарабатывать деньги. И няня, я родился 31 декабря, как бы в Новый год, а няня пришла в старый Новый год. 13 января она первый раз пришла и первый раз меня увидела. И вот все рассказывали, и причем же это было до того, как я пошел в хореографическое училище, что когда она первый раз открыла пеленки, она произнесла такую фразу, что ну, у меня были длинные ноги кривые, и она сказала, балеруном будет. Она пошутила, но видите, вот эта шутка, она обернулась в своеобразной линии жизни. Вообще, когда я во что-то играл, я играл просто в театр. Действительно, я очень любил играть в театр, я очень любил давать представления, читать стихи, петь, разыгрывать какие-то сценки и развлекал всех знакомых и соседей, мучил маму и няню, потому что они регулярно смотрели спектакли в моем исполнении. Когда меня отдали в хореографическое училище по моему настоянию, я-то думал, что я сейчас затанцую. То я был очень удивлен, чему там нас стали учить, что нас поставили к станку и заставили делать какие-то упражнения, совершенно мне неинтересные, что я-то шел танцевать, я-то думал, что сейчас вот через день на сцену, и вот все будет так красиво, легко. Когда первый раз я попал в Большой театр, как-то, я не знаю, я точно сразу сформулировал, что вот я здесь буду главным. В каком качестве, мне было все равно. Но я буду здесь главным. Причем, что вы знаете, когда я вот сейчас приезжаю в Тбилиси иногда, и наши соседи, они... Ну, как бы люди бывают, всякие истории вспоминают, они всегда очень смешно рассказывают, что я им в детстве говорил, что на этом доме будет висеть мемориальная доска.
что я здесь жил, а эта улица будет называться именем Цискоридзе. Улицу пока не назвали. Но доску, надеюсь, повесят. Расскажи все, что вы спросите. Добрый вечер, Николай. Скажите, пожалуйста, чьи гены у вас больше проявились, отца или матери? И кто благословил вас на занятия хореографии? Спасибо. Чьи гены, не знаю, потому что у меня вообще, вот по прямой так, если так брать, к искусству никто не имеет отношения. Единственное, я никогда не общался с семьей отца, и я только спустя какое-то время, когда уже мамы не было, узнал, кто папа, вообще что-то узнал о той стороне. Оказалось, что моя бабушка была очень интересная женщина. Она была, во-первых, француженкой по происхождению, звали ее Эжени Роде. Она родилась в царской России, и училась она в школе Марии Пьерини, параллельно с Вахтангом Михайловичем Чабукяне и Еленой Георгиевной Чиквоидзе. Они потом продолжили карьеру, но она с балетом не связала свою жизнь, она стала актрисой и играла у Марджанова. Но, выйдя замуж, она оставила эту карьеру, родила 4 детей, вот у нее была совсем другая жизнь. Но, видите, я об этом никогда ничего не знал, узнал я об этом уже, будучи артистом Большого театра. Мама была педагогом, она проработала 35 лет в школе в общей сложности, но к моему появлению уже больше 20 лет она преподавала. Она была человеком, выросшим в те годы, когда ходить в театры, вообще читать книги, особенно самиздатовские, слушать Высоцкого и так далее, это было все очень, ну, не то что модно, но это, они как-то в этом жили. И мама была из тех людей, которая летала в Москву на концерты Рихтера, которая регулярно посещала всякие концерты, ну вот, бардов, да, если они были. Мама была из тех людей, которая меня везде водила, она меня водила на все спектакли. Еще было очень интересно, послевоенное время в Тбилиси, так как вообще очень многие театры и знаменитые артисты эвакуировали в Тбилиси во время войны, была театральная жизнь там интересная. И мама была поклонницей Евгения Лебедева. Он играл в тбилисском ТЮЗе, ведь Георгий Александрович Товтоногов тоже из Тбилиси. И Лебедев был тбилисским артистом, он в ТЮЗе играл. Одна из его коронных ролей была Баба Яга. А он открыл кружок для того, чтобы чуть-чуть денег зарабатывать. Он, значит, в каком-то дворце пионеров. Она записалась туда и ходила, значит, в этот кружок. И если приезжал БДТ, если была возможность поехать в Петербург на премьеру или на любой спектакль, естественно, меня мама везла. Потому для меня драма началась таких спектаклей, как «История лошади», вот я был совсем маленький, когда это смотрел, как «Энергичные люди». Мама была поклонницей Фроса, потому все хиты, и так как Высоцкий, вы понимаете, да, на что меня водили. Другое дело, что я ничего не понимал. Но у меня есть какие-то такие отрывки, да, обрывки даже, воспоминания о каких-то вещах. Единственное, что она делала, она меня водила в театр, вот. Это и меня изгубило. Добрый вечер, Николай. Многие говорят, что вы обладаете уникальными физическими данными. А в чем они заключаются? Вот сейчас я вам расскажу, а потом скажут опять, что я хвастаюсь, что такой нескромный мальчик. Вот, а еще говорят, что вы думающий актер. А что это значит в балете? Ну, что касательно способностей, понимаете, есть определенные требования, когда вы поступаете в хореографическое училище, точно так же, как в музыкальное, да, проверяют слух, там сольфеджи делают разные, да, как ты слышишь, аккорды возьмешь и так далее. Да, то же самое в балете, это подъем, шаг, прыжок, гибкость. На тот момент, когда меня принимали, то, что было у меня, люди удивлялись, которые смотрели, говорили, что это не мужские способности, что мальчикам это не свойственно. А дальше вы спросили про... Думающий артист. Думающий артист. Вы знаете, вообще вот эти клише, они, с моей точки зрения, очень странные. Любой большой артист, ну, а большим артистом что нас делает? Роли, правда, да? Это люди, которые, ну,
помимо одаренности еще могут подумать. Мне кажется, что думающего артиста отличает очень сильно нежелание лезть не в свои роли. Есть много великолепных спектаклей, в которых я бы никогда не стал участвовать, потому что... Не потому что я не смогу, потому что я понимаю, что это не моя чашка чая. Ну зачем я буду отбирать у кого-то работу? В этот момент кто-то, который ждет этой работы и мечтает, он выйдет и гораздо лучше меня это сделает. Вот и все. Спасибо. А что значит «данные не мужские»? Не будете поднимать партнершу? Ну, как бы у мальчиков не бывает очень большого шага, как правило. Он бывает средненький такой. Вот если мальчик так поднимет ногу, это уже победа. Понимаете? А я с детства так поднимал их, что у меня не было границы вообще. Нету подъема. Вообще суставы неподвижные. Допустим, вот Владимир Викторович Васильев, он считался таким очень уникальным артистом, потому что, ну, помимо там таланта, я говорю сейчас о способностях, да, что у него мягкие мышцы, мягкие связки. Это очень большая редкость у мужчин, мягкие мышцы. А у меня к этим мягким мышцам и мягким связкам еще очень большая подвижность суставов была. Я думаю, что мне всегда так казалось уже как профессионалу, что это, ну... Вследствие того, что я поздний ребенок просто, что вот какой-то есть в этом дефект был. Потому что я на мостик становился просто настолько сильно, что девочки не все могли. Потом, когда меня приняли уже в школу, поверьте, ну, если две девочки на потоке из 4 классов в Москве, да, могли так же поднять ногу, такой же подъем имели, это была победа. Повезло, опять-таки, линия жизни, да, и судьба. Я в Московском училище попал в класс к великому педагогу Петру Антоновичу Пестову. За 6 лет до меня у него выпустился такой танцовщик Владимир Малахов, который тоже был, с феноменальными способностями. Пестов всегда говорил, что ему повезло, потому что я к нему попал. Он уже имел опыт работы с таким материалом, он уже знал, что делать. Он уже 8 лет учил Малахова. И, ну, это шанс был. Понимаете, хорошие способности очень легко испортить. Сейчас несколько ребят появлялось действительно с таким комплексом данных. Но на них не нашлось Пестова. К сожалению, пока из них ничего не вышло. Да. Скажите, пожалуйста, легко ли вы попали в труппу Большого театра после хореографического училища и заняли в столь юном возрасте заметное положение? Кто, если не секрет, был вашей доброй феей? Ой, если я сейчас расскажу опять эту историю, меня завтра мне скажут «опять».
Все было очень просто. Мы заканчиваем школу, государственные экзамены, мы сдаем это на сцене. Приходят тогда, значит, я первый выпуск в истории училища, который выпустился не в Советском Союзе, а в вот первый выпуск «Новой России», 92-й год. 10 человек брали в Большой театр. 5 девочек, 5 мальчиков, меня в этом списке не было. Но Юрий Николаевич Григорович произнес эту сакраментальную фразу, она зарегистрирована в протоколе. Потому они знают все. Он сказал, грузину 5 и взять в театр. Все это не обсуждалось. Но, опять-таки, это как с данными, господа. Это только шанс. Это не значит, что у вас он хорошо разыграется. Весь кошмар, ужас и радость, они начинаются после, когда ты переступишь порог этого действительно уникального заведения. То счастье, которое я испытывал вот в день первого, это был 26 августа 92 года, я зачислен в труппу Большого театра. Вы не представляете, это было такое счастье, когда при полном вот в этом зале сидит вся труппа. Тогда на открытие театра приходила труппа, тогда мы уважали руководство, потому что было кого уважать. Это были люди, которых знала вся страна. Это были великие дирижеры, художники, балетмейстеры, режиссеры. Да? Представляете, я пришел в театр, Покровский руководил, Лазарев, Григорович, Левенталь. Это не люди с улицы были. И сидела вся труппа, открытие сезона. И объявляют тебя одним из 11 человек, что ты зачислен в труппу. Я описать вам не могу, какое это было счастье и эйфория. Я, наверное, первые месяцы, а я не ходил, я летал, я вообще не понимал, что происходит. И вот там, уже попав туда, я начал осознавать, что, в принципе-то, я никому не нужен, и это другая жизнь, чем в школе. Один умный педагог мне в школе сказал, я что-то очень расстраивался, до третьего курса училища я очень мало танцевал, потому что я был высоким мальчиком. А в училище так, танцуют либо очень маленького роста дети, потому что нужны детские танцы, либо уже взрослые, которые подросли и окрепли, а вот этот средний период, он обычно без танцев. И я все время расстраивался вот в средних классах, меня никуда не ставили, я так мечтал в этот большой театр все-таки выйти на эту сцену. И один педагог мне очень правильно сказал, Колечка, не расстраивайся, карьеру делают в театре, а не в школе. И вот тогда я понял смысл этих слов, когда оказался в театре, что карьеру делают в театре. Но карьеру не с точки зрения прорваться на какое-то место. Прорваться легко. Спектакль выбить легко, получить его очень легко. Бывает, иногда по блату дали. А его станцевать и удержать репутацию, что ты можешь этот спектакль танцевать. Понимаете, что еще, за что я обожаю Россию и особенно Москву? Здесь невозможно купить публику. Мы, в отличие от западного мира, мы не читаем с вами газеты. Вернее как, газеты мы читаем, но мы не прислушиваемся к мнению этих так пророков, которые пишут. Потому что бы ни писали, как бы меня ни обливали, сколько бы ни говорили, что я очень плохой, мне повезло. Помимо того, что я выходил на сцену, я вызывал интерес. Споры вызывал очень много. Но главное вызывал интерес. И благодаря этому интересу мне давали следующие роли. Григорович прежде всего во мне развил вкус к режиссуре в балете. Это то, что сейчас напрочь отсутствует у молодого поколения. Есть балетмейстеры или люди, которые называются балетмейстерами, которых рекламируют, которых нам навязывают, которые пытаются поставить балеты на какую-то тему. Но весь ужас, что там нет режиссуры. Такое ощущение, как будто все эти люди не читают ни книг Лавровского, ни
трудов Захарова или Лопухова об балетмейстерстве, ведь написано все. Им это, наверное, не интересно. Вот к этому, я к этому пришел благодаря любви к спектаклям Григоровича не как артист, а именно как зритель. Мне говорят, Коля, это хороший спектакль или плохой? Я говорю, понимаете, хороший спектакль вот для меня, для Николая Цискоридзе, он в том, если я хочу второй раз его посмотреть. И я с удовольствием приду второй раз. Не говоря уже о третьей, двадцатой, как мы ходим на «Жизель» или «Лебединое», да? Но если я просидел спектакль, я понимаю, что для галочку я поставил, что я сюда больше никогда не вернусь. Я понимаю, что сейчас купленные критики этому всему напишут хорошие рецензии. Другие купленные критики проголосуют за «Золотую маску». Но этот спектакль не пойдет больше никогда. Я не могу назвать его хорошим. Сколько бы масок ему не дали. Хоть 80, вот так повесьте. Но для меня это... Вот это родил во мне Юрий Николаевич. Именно в раннем детстве, когда я первый раз увидел «Щелкунчик». Я видел «Щелкунчик» до этого. Но это была детская сказка. А тут я увидел «Щелкунчик», историю, и в конце я заплакал. Но главное то, что Григорович сделал для меня, помимо того, что он меня взял, он нарисовал мне на 3 года план. Он как бы мне его лично озвучил, что я должен исполнить. Помимо там маленьких ролей, которые он мне назвал, сольных, там четверок и всего, он мне дал такую линию премьерских ролей, которые с первого дня как бы я должен был присматриваться, и вот, мол, по этому пути я должен идти. Я это все очень четко делал. Я... Когда сейчас мне иногда ребята, с которыми я работаю, говорят, что я их никогда не хвалю, мне очень странно это слышать, потому что меня никогда никто из педагогов не хвалил, они всегда были недовольны чем-то. Они мне все время делали замечания, а я так радовался, что замечания, значит, интересно им, да? И вот я им очень верил. И вот этот момент, самый важный в жизни, я считаю, я еще его считаю своим днем рождения, вторым. Это 13 января 93 года. Я в Лондоне там первый раз выходил в партии «Меркуцию». И состав у меня был так сплошь звездный, там танцевали только народные артисты. И единственный вот я, которому был только исполнилось 19 лет. Это был, ну, с одной стороны, это был риск Григоровича выпустить мальчика. Вот так. Это сейчас принято, что сразу взяли и сразу звезда, с пеленок кричат, что гений. Никто, естественно, не кричал, что я гений, просто вот дали, выпустили. И когда закончился спектакль, это было очень интересно. Меркуцио кланяется после Тибальда. Значит, Тибальд выходит, а потом Меркуцио. И в Англии принято, если вообще на Западе принято, когда нравится, зритель встает, он стоя начинает аплодировать. А это Альберт Холл был, 6 тысяч зрителей, значит, и кресла откидные там, ну, как бы, когда люди встают, начинают подниматься. И когда вышел передо мной Александр Ветров, кланяться, был грандиозный успех, и все. И вот это первый поклон такой в жизни. Я побежал, и стали люди вставать, но так как свет не видит, что встает, а от откидных грохот начался. И стал такой грохот, мне с одной стороны было так страшно, потому что это все в первый раз, я никогда не знал этого ощущения. И когда закрылся занавес, вот все развернулись вот так и ушли. А для меня же это все в первый раз. И вроде радостно, и вроде не в России все, и... Я стою, и первой появилась Марина Тимофеевна Семенова, которая ко мне подошла, она была невысокая дама, так меня за руку взяла, притянула к себе, так посмотрела в глаза. У нее глаза были такие буравчики, она было ощущение, как бы вообще очень, ей соврать было нельзя. Вот она, такое было ощущение, как будто вы стоите на рентгене. И она вот так притянула, посмотрела мне в глаза, говорит, хорошо танцевать хочешь? Я говорю, да. Она говорит, приходи завтра ко мне в класс.
и ушла. После нее подошла Галина Сергеевна Уланова, которая сказала: «Мальчик, а ты откуда такой?» Я говорю: «Вот, я из школы выпустился, вот меня только взяли». И Галина Сергеевна меня спросила: «А ты знал Вахтанга Михайловича Тебукяни?» Я говорю: «Ну, знал, я учился в Тбилисском училище, он там преподавал, я даже несколько раз с ним репетировал». И Галина Сергеевна говорит: «Вот, я с ним танцевала, я с ним училась, я очень любила Вахтанга, и я буду за тобой следить». И это был второй человек, который меня поздравил. А третий подошел Юрий Николаевич Григорович. Он подлетел, потому что у него как бы это был какой-то план, наверное, да, но сработало. Мальчик не упал, не разбился, все сделал. Вот он стал меня поздравлять. Естественно, с ним шел мой педагог Николай Романович Симачев. Он тоже очень волновался, потому что это все было для истории Большого театра. Мальчика в 19 лет не выпускали обычно на гастролях сразу на открытие так вот танцевать. Я не веду дневники, я единственное записываю, что, когда, где я с кем танцевал. Если я смотрю вот этот период, я танцевал весь кардебалет и весь миманс. Если в балете было место, где надо вынести бочку, пройти со стаканами, постоять с пикой, пробежаться с оружием, это все был я. Но плюс к этому я танцевал очень много сольных ролей. Когда я их приготовил, вот если смотреть, я не понимаю. Был период жизни, когда моя жизнь проходила в зале. Я не могу жаловаться, не могу сказать, что это плохо. Но в какой-то момент я понял, что люди, а что же называется жизнь? Что это такое, она где-то рядом идет, а я ее так и не вижу. Николай, я очень прошу вас рассказать еще немножко о Галине Сергеевне Улановой, еще чуть-чуть хотя бы, как она репетировала, вот это очень интересно. Вы были ее последним ведь учеником, мы знаем. Да, мне очень-очень повезло, это совпадение. Вы знаете, что для меня была Галина Сергеевна? Ну, началось наше с ней общение из встреч на завтраках, потому что тогда еще была жива Татьяна Владимировна, ее секретарь и приемная дочка. Ну, представляете, да, я же их видел только в телевизоре, и вдруг вот каждый день на завтраке в Лондоне я хожу, они ходят рядом. И они едят, оказывается. Я ем. Из того же котла беру поридж. Из того же чайника наливаю чай. И один день я пришел на завтрак, и было все забито. А Галина Сергеевна и Татьяна Владимировна сидели за столом, где 4 места. И они видят, что я стою в очереди, и они меня пригласили за свой стол. Вот это было первое мое с ними такое общение. Потом у нас очень часто, так как я вам говорил, что я ходил, меня Галина Сергеевна видела каждый день, я что-то делал на сцене. Мы танцевали почти 2 месяца, да, представляете. И это были не целиком спектакли, это были сюиты. Каждый день шло новых 3 акта разных спектаклей. И в отличие от солистов, которые выходили в одном акте, так как я был артистом кордебалета, я в одном акте танцевал сольную роль, во втором второстепенную, а в третьем бежал, изображая кого-нибудь либо со знаменем, либо с мечом. И вот каждый день мы встречались, и у меня было очень много репетиций. Солисты репетировали мало, потому что, ну, у них все сделано, они опытные люди, а я-то без году недели, и потому я часто репетировал. И она вот присматривалась ко мне, присматривалась, иногда подходила, делала замечания. Первый раз она так вот высказалась мне насчет балета «Паганини». И Галина Сергеевна, посмотрев, подошла и сказала: «Коля, мне так не нравится все, что вы делаете. Вы хорошо танцуете, но это все не про то».
Потом следующий спектакль был «Сильфида». Вдруг она подходит и говорит: «Коль, ну очень хорошо танцуете, но все не про то. Давайте я вам подскажу». Я говорю: «А можно взять репетицию с вами?» Она думала, что она вот мне что-то сейчас поговорит со мной, и все. А я говорю: «Давайте порепетируем». И я взял репетиции. Но это не устраивало никого в театре. И нам давали время специальное для Улановой, неудобное, чтобы она не пришла. Но надо было знать Галину Сергеевну, она была человеком, вот назначена в 12:40 репетиция, она входила в 12:40. Была назначена репетиция в 5:30, в 5:30 Галина Сергеевна входила. Она, по ней можно было сверять часы. Когда скончалась она и когда скончался Борис Александрович Вилфанохин, кто-то из поклонниц Галины Сергеевны мне очень часто дарит вырезки всякие. Они, ну, люди, когда уже очень взрослыми становятся, они хотят, чтобы это у кого-то осталось. И вот одна дама мне подарила такие вырезки, там была одна вырезка, ну, статья к очередному дате смерти Галины Сергеевны. Борис Александрович написал, что я единственное, что делала ее жизнь, ну, смысл в ее жизни, что вот и работа со мной. Мне было настолько приятно, клянусь, поверьте, я не понимал тогда этого. И никто не думал, что Галина Сергеевна скончается и так уйдет. Хотя, если вдуматься, что она приходила в репетиционный зал, ей было 86-87 лет тогда, да, и она со мной очень много проводила времени. Это сейчас мне кажется диким. Нет, я тогда не чувствовал, во-первых, я не чувствовал ее возраста, разницы в возрасте. Я ее поднимала, она мне показывала поддержки, она прыгала, крутилась. Ей это доставляло удовольствие. Но я этого не знал, это знал Борис Александрович. И она у меня вот оставила впечатление очень светлого человека, который, наверное, во мне, в маленьком мальчике, знаете, сублимировал все свои вот эти ощущения отсутствия ребенка. Она последнее интервью, если вы посмотрите, а я с ней собрал все, что вот тогда выходило, она все время говорит, что она очень жалеет, что мама не позволила ей иметь детей, что вот не сложилось это в ее жизни. Но я получал такое море тепла. Ну, к сожалению, это все закончилось. Николай, скажите, пожалуйста, какой вехой в вашей жизни стала Надежда Павлова? Ага. Действительно ли ваша детская влюбленность в ее талант определила ваш путь на балетную сцену? Я не понимал в детстве, что мои данные чем-то отличаются. Ну, я еще не понимал это, да? Но я понимал, что эта женщина не похожа ни на кого, что у нее так все легко. И тогда, если вы помните, к 7 ноября, к Дню милиции, там, к Новому году, все время были концерты, сборные по телевизору, где пела Зыкина, где Магомаев. И обязательно танцевала Майя Михайловна, Наталья Игоревна Бессмертного или Максимова с Васильевым, или и Павлова с Гордеевым. Вот Надежда Васильевна, она как-то для меня отдельно стояла, потому что Максимова и Васильев это были какими-то для меня такими звездами наверху, Плесецкая вообще что-то нереальное. А Павлова как-то, она, так как она была по юнее, как-то вот... И когда я доказывал маме, что я хочу в балет, она говорила, что, значит, никаких шансов нет, она не согласна, и вообще откуда? У нас была книга, энциклопедия какая-то, и там на слово «балет» были фотки. В частности, была фотография Надежды Васильевны с ногой вот так. И я взял, поднял ногу, говорю: «Видишь? У нее так, и у меня так». Это решило. И когда я пришел уже в Большой театр, Надежда Васильевна была очень взрослой артисткой и такой очень уважаемой. Все. Я пришел и говорю: «Надежда Васильевна, вот мне дали Жизель, пожалуйста, я очень хочу танцевать с вами». И две недели она ко мне ходила, по три часа со мной сидела в зале, делала все возможное. Та скрупулезность, с которой она со мной возилась, это вообще было потрясающе. Еще что мне очень приятно, так как мы сохранили очень теплые отношения, и Надежда Васильевна, к сожалению, уже много лет не работает в Большом театре. Большой театр любит, как сказать,
выдавить великих артистов из своих стен. Вернее, опять-таки, небольшие театры, господа, я говорю о людях. Каждые 31 декабря, рано утром, первая мне звонит Надежда Васильевна. Так что... Каждый год я говорю одно и то же. Это самый большой подарок. Николай, скажите, пожалуйста, а кому вы обязаны своим пониманием русского балета, русской балетной школы? В чем ее суть? Не консервативен ли сегодня балет Большого театра? И есть ли российским танцовщикам чему-нибудь поучиться на Западе? Ой, сложный вопрос вы задали какой. Ну, во-первых, есть разные вещи. Есть классический балет. Есть балет 20 века, есть балет современный. Это разные вещи. Понимание балета, оно пошло от моего школьного педагога Петра Антоновича Пестова. Я еще раз скажу, великого человека, великого педагога. Не только он воспитывал ноги, он мозги воспитывал, он нас учил думать. Я из его рук получил две профессии. Первая профессия – это артиста балета, вторая – я начал у него учиться на педагога, а довершила это образование Марина Тимофеевна. Когда я попал в руки Семеновой, то, увидев во мне не только материал мальчика для того, чтобы он дрыгался на сцене, но, наверное, какие-то мозги, Марина Тимофеевна первое время общения со мной, она была все время поражена, что я знаю, кто такой Текерей, что я читал Галсуорси, что ее любимая книга была «Петр I» Алексея Толстого. И когда она поняла, что я не только ее читал, но и могу и побеседовать об этом, она была удивлена. После этого она стала мне приносить книги. Она меня спрашивала, ты это читал? Я говорил, если. Я говорил, нет, она мне приносила на следующий день. И мы с ней часами говорили о том, об этом. Когда я учился уже у нее классическому преподаванию вот этому, да, она мне объясняла схему классических балетов, почему это движение не это, почему для этой, как она говорила, дуры, надо вот это движение, почему она поменяла для этой дуры, причем что она все время, потому что она очень четко понимала, есть артисты, к сожалению, ну не очень думающие о том, что они делают. И были артистки, с которыми она репетировала. Сделала три шага, опустила голову, подняла глаза, а теперь побежала. И многие так и танцевали, и было казалось, боже, какая гениальная артистка. А это все сделано было руками Семеновой. Вот она объясняла, как это делается. Потому, когда вы готовите классический балет, там очень все четко. Если вы попадаете в западный балет, там вообще четко. Там вы не имеете права поменять ничего. Допустим, Адетта Адилиев... нашей русской версии. Одна говорит, мне такая рука не идет, я вот так встану. Кто-то говорит, так не хочу, вот так встану. Понимаете, и все у нас в русском балете, все можно. Не хочешь, детка, не хочешь, не делай. А сейчас вообще так как у нас такое время, что звезды сразу, в пеленке звезда родилась, она звезда, за нее платят, она звезда. Потому, не можешь, не надо, не напоменяем, поменяем. На Западе нельзя. Вы подписываете контракт, где написано, что вы спектакль танцуете в хореографии такого-то, в декорациях такого-то, в костюмах такого-то, под музыку такую-то. Вы не можете поменять ничего, у вас все подписано. Потому Нуриев сказал крутиться на центре, и на центре стоит крестик.
Хочешь, не хочешь, умри, но на этот крестик ты должна встать и скрутить пируэт. Он сказал влево. Вот ему не нравится вправо. Влево. Вы будете мучиться влево. В прошлом году я танцевал щелкунчики в Парижской опере. А там это его версия. И я приехал, а у него поставлено в ряд... Он сам правша был. Но один элемент у него, он влево получался лучше. Он его влево делает. И все, значит, танцовщики всю жизнь мучаются влево. Я пришел к руководству Парижской оперы, говорю, знаете, я всегда у вас танцевал все куда надо. Я старый уже. Позвольте, я вот это сделаю вправо. Директорист рассмеялся, он говорит, Николя, для тебя? Но только для тебя. Но что самое интересное, они всем своим артистам, которые танцевали рядом со мной, сказали, предупредили, что это не канон, что это просто дань уважения ко мне. Это они мне разрешили. За то, что я не первый раз у них работаю и всегда делал так, как надо. Просто тут я попросил, и у них было хорошее настроение, они мне разрешили. Вот что значит консервативный балет Большого театра? Ну, если мы танцуем балет «Спартак», или, я не знаю, там, я не знаю, «Собор Парижской Богоматери» Ролана Петти. И, ну, мы должны это танцевать так, как это поставлено. Я не все время прихожу на этот, на... Ну, по-моему, вы сами ходите же. Да вы же видите, что ползала сидит, когда люди ползают по сцене. В начале спектакля можно сесть куда хочешь. К концу спектакля можно лечь уже в партере. Ну, у нас люди любят сюжетный спектакль. Ну, что сделать? Это не консервативность. И я меньше всего в своей жизни люблю балет «Лебединое озеро», поверьте. Я даже слышать эту музыку не могу. Народ обожает, ходит. Значит, мы обязаны это танцевать, но мы обязаны это танцевать хорошо. Насколько сегодня артист балета вашего класса более свободен в выборе, чем ваши предшественники, которые вынуждены были выбирать между родиной и балетом? И еще, почему вы так верны Большому театру? Да, ведь наверняка были какие-то очень интересные предложения со всего мира. Ну, я не могу сказать, что было очень много предложений. Значит, когда я заканчивал школу, мне сразу предложили поступить в школу Ковенгардена и поступить в труппу Ковенгардена. Сразу, это вот после госэкзамена. Но у них, они больше любят сказать, что это мы выучили. Потому им надо, чтобы вы хотя бы полгода у них там помотались. И они уже, так они сделали со всеми многими, кто выучился в Киеве и так далее. Да, они всех объявляют своими учениками, хотя учились они в России. Я тогда не мог, потому что мама очень болела. Понимаете, 92-й год, вообще непонятно, денег нет, куда ехать, какой Лондон, языка не знаю и так далее. Да? Потом дальше у меня было несколько попыток ухода в Мариинский театр. Но каждый раз меня что-то останавливало. А последний раз, когда я пришел с заявлением уже, с четким намерением, потому что уже вот здесь стояло все то хамство и гадость многих людей, которые, к сожалению, в родных стенах регулярно делают. Валерий Абисалович мне сказал очень смешную фразу. Он сказал, Коль, я бы тебя взял. Ты же и так танцуешь все время. Спасибо ему, благодаря его стараниям и Махарбека Вазиева. Я 11 лет протанцевал в Мариинском театре, все, что хотел. Он говорит, ну ты понимаешь, ты на сегодняшний день... Когда называют твою фамилию, сразу за твоей спиной нарисовывается 8 колонок квадрига. Ты уже ты не... А приглашенным ты и так являешься. Вот танцуй, пожалуйста, но зачем тебе это совершать? Был Мариинский театр, очень много. И случилась Парижская опера. Это, наверное, самое чудо, что произошло в моей жизни, потому что никто не ожидал, что это будет вообще. И я был первый из моего поколения, кого туда позвали. Потому как бы это, ну, для меня гордо.
как вы нашли друг друга с выдающимся французским хореографом Роланом Пети? Легко ли было с ним работать? И правда ли, что у него есть свои причуды, от которых вы тоже пострадали? Вы знаете, у Ролана в работе была одна вещь замечательная. Это юмор, с которым вообще он существует. Он большой хохмач, естественно, он опытный дядечка, и он понимал, что в руки ему достался материал совсем непростой, что этот мальчик такой сам с зубами и капризный, может быть, как он считал. Я на самом деле был не капризный, я был закомплексованный очень. Мне настолько было, опять-таки, страшно не оправдать доверие и выбор. Там у него были разные претензии к нашему театру, он сказал, что он уедет. И я ему сказал: Ролан, вы понимаете, будет одна вещь. Из тех, кто пишет, и которые точно знают, что произошло, не напишут о том, что вы были недовольны администрацией Большого театра. Они напишут, что вы пиковую даму ставили на великого Барышникова, а теперь вот этот вот выскочка Цискоридзе не оправдал ваши надежды. Он просто не справился, потому вы уехали. Просто под благовидным предлогом. А на самом деле это все он виноват. И он обычно на такие вещи, он сразу начинал шутить и говорит: ты прав. Нет, я никуда не уеду, сейчас будем работать. Да к чертовой бабушке, мы сейчас все исправим. Надо сказать, что кроме, допустим, из русских танцовщиков, кроме Нуриева и Барышников, он репетировал только со мной. Ни одного русского танцовщика он больше не удостоил такой чести. Со всеми работали его ассистенты. Он просто приходил и в конце просто смотрел уже на готовую работу и, может быть, говорил два слова. Со мной он работал от начала до конца. Это определенная честь и степень доверия к артисту. Мне потом его артисты объясняли. У нас были с ним стычки, когда я ему очень дерзко отвечал. И его ассистенты, которые с ним работали уже по 20-30 лет, понимали, что сейчас либо меня отравят здесь прямо, либо выстрелят мне в лоб. Все, выхода нету. И мне многие вещи сходили с рук. И они говорили: господи, как же он к вам хорошо относится. Но я не понимал. Потом, когда я его поближе узнал, я подумал: ой, лучше не дразнить спящую собаку. Когда «Пиковая дама» уже шла к премьере, я ему решил сделать подарок. И я очень хотел ему подарить прижизненное издание «Пиковой дамы» Пушкина. Я бегал по комиссионкам, и я не нашел тогда. А моя подруга одна мне подарила книгу очень интересную, «Басни Ла Фонтена» на французском языке, изданную в год написания «Пиковой дамы» и переплетенную в России в год смерти Пушкина. И я красиво это все обернул, описал историю этой книги на французском, положил открытку на всякий случай демона Врубеля, думал, может быть, он вдохновится и следующее что-нибудь поставит. Не вышло. Принес ему этот подарок. И вдруг Ролан начал плакать. Я говорю: что такое? Он говорит: за всю мою 50-летнюю работу балетмейстером вы первый артист, который сделали мне подарок за балет. Мне настолько было приятно и как-то, с другой стороны, обидно, да, как... И вот на основании этого у нас завязались очень хорошие отношения. Другое дело, что он человек странный. Ну что сделать? Все гении непростые. Когда-то в детстве я прочитал стихотворение, которое стало не то что девизом для меня, а таким как бы путеводным посылом. Это стихотворение Блока: «Как я хочу безумно жить, все сущее осуществить, без личного человечить, не сбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаясь в этом сне, быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне. Прости угрюмость, разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество». Так что вот если когда-то кто-то про меня так скажет,
Я единственное, что могу сказать, что на сегодняшний день для моей профессии я делал все очень честно, ровно столько, насколько мог.